Мы Гошке сейчас ставим воду каждый день. Вы понимаете, только Гошке ставим, потому что он самый грязненький у нас всегда в стайке живет же. Смотрите, какие чистенькие стали. Каждый день купаются. Довольные. У нас сегодня ночью было плюс 5. И сегодня, слава богу, нету этого льда, который нас мучил несколько дней подряд на дорожках. Сейчас посмотрим, сколько сейчас время. Тегоньки. Сейчас 10:30. Вот видите, плюс 8. Плюс 8, представляете? Ой, как хорошо, как хорошо. Блин. А какие они красивенькие-то стали, чистенькие. Пойдемте туда посмотрим, что там творится у нас. Вот вчера опять снег с крыши сполз. Целую гору тут нам насыпал. Что-то это бревно будешь пилить, да? На дрова. Лишние доски распиливать решил. Ну, понятно. Ой, кто на улице-то у нас сегодня? Ой, какие красотульки-то! Цыпоньки! Вы еще не привычно бегать-то на улице, да? Снег никогда не видели. Ой, побежали сразу туда все. Ну, понятно. Боятся еще. Цыпоньки, цыпоньки. Как страшненько-то вам, да? Страшненько вам. А здесь солнышко. Ой, скорее бы растаяло все совсем. Прям мне курочек жалко. Ой, как жалко. Конечно, в темноте, представляете, всю зиму просидеть. Что там они солнышко видели, когда изредка в окошечко в маленькое. Ну-ка там посмотрим, кто там ходит. А где Степка? Степка где? Они все вместе, что ли, там? А, вон он, Степонька. Каждый попал. Да, Толя говорит, каждый со своей семьей. Давайте угадаем, кто есть кто. Ой. Слушай, как же ты Мартика-то угадывать? А, Мартик вон он, в середине. У него пузо поменьше. Вот это белый первый стоит. Белый, ой, белый. Серый и белая гусыня. Там стоит серый в середине Мартик. Это молодой гусак. Он со своей мальвинкой, малиночкой. У нее три имя теперь у нас, у этой гусыньки. И мальвинка, и малинка, и малявка. О, какая богатая на имена девка оказалась. Она, вот эта девочка, дочка вот этих гусаков. Ну, в смысле гусака серого и белой. А это у нас Степка со своей Степанидой. Смотрите, сейчас побежит на меня. Вот он такой, да, вот вы понимаете, вот такой он. Шею вытянет. Ага. А ты что думаешь, я прям к ней лезу? Да нужны-то вы мне. Нет. Живите, ради бога, в дружбе и согласии. Да? Ох, красавец ты мой. О, какой. Орел. Гусак-орел. Ой, вот этот серый, который большой серый, вон тот крайний. Вот этого своего... Зятька, так сказать, всегда обижает. Вчера он его лупастил. Он, видите, хромает. Видите, потихоньку ходит. Нет, сегодня получше ходит. А вчера прям хромал. Вот куда идет прям к нему? Это молодой, бестолковый, не боится. А тот его гоняет. Тот хитрый. Старый. Но он не старый, конечно, он прошлогодний. Поза не прошлогодний, а поза прошлогодний. У него вот уже были гусята в прошлом году. И он очень вот эту гусыньку не хотел отдавать ему.
Но сейчас уже привыкли. Ну, в общем, у нас все хорошо получилось. У нас у всех пары есть. И, в общем-то, мы рады. Вот это белые линдочки, как мы их считаем. Потому что нам дали и сказали, что это линдочки. И вот те холмогорики. Но нам не просто их дали, нам подарили их. То ли подарили. Так, пошли, пошли. Вот куда пошел? А, Степ, что тебе там надо? А, ну куда пошел? Стояли они и стоят, пускай. Что тебе надо? Идите своей дорогой. Вот задира какая. А, вот, шагайте. Видишь, как хорошо. Широкая дорога. Смотрите, как отличается гусак от гусыни. У гусака поджарое пузико, видите? А у гусыни видели какое? По земле волочится. Яйца там лежат. Да, вон, видите, идет как. Еле-еле. А гусак, смотрите, как высоко на ногах стоит. Шея длинная. Ох, красавец. Ох, какой хорошенький. Но эти немножко другие гуси. У нас хотя был в позапрошлом году серый один. Ох, и шея длинная была. Ох, и здоровый же он был. А вот у этих как-то не так. Не знаю. Вот этот-то один серый. Я не знаю, я не вижу в камеру. Правильно показываю? Где он? Так, так, так. Так, я не вижу. Вот этот вот. Вот. Вот этот-то серый. Ну, в общем, тот, который это, к гаражу ближе. Он-то был более спокойный такой. Но он сразу с девочкой стал гулять. А тот серый был у нас. Вот вы знаете, эту всю малышню соберет под себя. Маленьких гусяток, гусей. Не гусяток, а именно гуси, которые не, ну, не доросли, как я и говорю. Не доросли до нормального размера. Маленькая гусенька была. Не знаю, это как, наверное, называется, выбраковка, что ли. В общем, вот он соберет их, этих всех, и ходит с ними, охраняет их. Вообще он такой боец был. Он лез в драки, защищал их. Но гусыням, как жених, не лез. Поэтому мы оставили вот этого гусака. Потому что он сразу вот пару себе нашел такой. Правильно гусак оказался. Хоть и не сильно драчун был. А сейчас смотри-ка, вот этого маленького серого обижает. Надо же. Вот так у них характер, наверное, меняется тоже. Но он красивый. Со спины посмотришь, так шея на змея похожа. Ну, в смысле, шея похожа на змею. Потому что там такая черная полоса идет. Прям ярко выраженная, четко очерченная. Окрас красивый у них. Ой. Ну, вот это молодежь, так скажем. Ладно, пойдемте. Опа. Гоша. Гоша продолжает купаться. Он целыми днями в воде булькается. Вот постоит, постоит и снова в воду сует нос. А? Ну иди. Ты включил, да? Тарахтелку свою включил. Ну ладно. И мы пойдем. А котик-то лежит себе на крылечке. На солнышке греется. Ах ты мой красавчик. Усы прижал. Глаза прищуривает, подсматривает. Маленький мой. Вот видите, правое ушко-то короче стало и прижимает он его. Так оно у него и осталось таким. Ага. То ли отморозил, то ли что, непонятно, короче. В прошлом году осенью, зима, когда началась, мокла. Я ему все засыпала с триптоцитом.
Вот такое осталось. Сиди, Рича, сиди, я тебе не буду мешать.